Друзья, всем привет! Сегодня мы опять в Адлерском районе, в поселке Черешня, и у нас появился участок, наш собственный участок, на котором можем построить вам дом, то есть подрядом на строительство. Это экологически чистый район города Сочи в окружении леса. Район только-только застраивается, то есть приватная территория вам просто обеспечена. Вот такая зелень, красота. Идем смотреть. Евгения тоже что-то снимает. Тоже строятся домики. Сейчас все вам расскажу, что же здесь за участок у нас такой интересный появился. Идемте вниз. Ну, я думаю, к самому участку идти не будем. Дорога, ну, вот такая крупная щебенка. Постепенно ее делают. Сейчас я покажу, расскажу, где он есть. Так, вот мы подъехали на участок. Дорога там заканчивается. Асфальт, бетонка здесь начинают пробивать из щебенки электричество. Вот крайний столб. И вот внизу, где видно щебенку, там вот наш участок, который можем вам предложить с подрядом на строительство. Отсюда небольшой вид, кусочек на море. Потихоньку строятся дома. Вот такой вот экологически чистый район города Сочи, рядом с Сириусом, Адлерский район, поселок Черешня. Ну и кому интересно, конечно же, пишите, звоните по указанному телефону, проведу презентацию, все расскажу. И построим мы вам дом на этом участке. По вашему проекту или по нашему уже все обсуждается индивидуально. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока.